Быстрыми темпами идет строительство автомобильной дороги Барда-Агдам. Проект является частью дорожной инфраструктуры, реализуемой на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Дорожное полотно длиной 45 километров берет свое начало в городе Барда. Оно строится в соответствии с первым техническим уровнем с четырьмя полосами движения. В настоящее время на 6-45-километровом участке автодороги продолжаются земляные работы. Отметим, первый 14-километровый участок трассы проходит через несколько населенных пунктов Бардинского района. В целом же дорога охватит более 20 населенных пунктов.